Спокойной ночи. Сладких снов. А, кажется, я что-то слышал. О, боже! Я ради этого пересекла всю планету. О, мой кот! Что-то не так. Сон, наверное. Верь мне. О, дорогие детки, идите к маме. Ты чешернулась? Нет, прошу, не трогай нас. Это ночной кошмар. Мне так страшно, что... О, как странно. Клянусь, я кого-то тут видел. Пронесло. Фу, я боюсь. Темноты? О, мой кот! Бежим! Не сопротивляйся, а то больно будет. Прости, сестра, мы в опасности. Просто хочу сына. Не убивай нас! Ты подходишь. Он усилит меня. Чудно. Мне нравится твоя храбрость. Котик, ты не идешь со мной. Скорее прячься! Нет времени, сестра. Я не оставлю тебя. Хватит создавать мне проблемы. Сестра, ты должна спасаться. Она отнимет моего брата. Он больше не твой брат. Он мой единственный ребенок. Кошечки, она безумна. Я не хочу, чтобы тебе навредила эта сумасшедшая. Я тоже, я этого не потерплю. Держись, Кэтнап, не оставляй меня. Знаешь, по-плохому. Нет, за что? Что случилось, милая? Кэтнап украл. Кто его украл? Я это выясню. Молчать. Что? Я не сдамся, пока не найду его. Моя семья придет и спасет этого меня. Не случится, сынок. Ты воровка. Что? Тебе не сравниться с моей мамой, маньячка. Малыш, ты будешь моим сыном, хочешь того или нет. Не может быть. Что? Да, нам намного лучше без Кэтнапа. Эй, я здесь. Этот глупый кот больше не будет нас докучать. Я так рада. Не могу поверить, он даже не ищет меня. Теперь он передумает раз и навсегда. Этого не может быть. За что? Наверное, он где-то рядом. Если вы видели этого котенка, дайте знать. О, Кэтнап, где же ты? Спустя все это время вы даже не думаете обо мне, о своем сыне и брате. Они меня больше не любят, ненавижу их. Что за запах? Я принесла тебе что? Вкусняшку. Даже не знаю, там может быть яд и... О, мой кот, я умираю с голода, но только кусочек выглядит неплохо. Как вкусно! Не бойся, нет, сынок. Не трогай меня. Пора принять душ. Эй, не так уж и плохо. У меня даже есть пузырьки. Крутые пузырьки. Да? А теперь лови, сынок. Да, мама, смотри, я Месси. Чудесно, молодец. С тобой весело играть. Как я устал. Я отнесу тебя в кровать. Спасибо, ты лучшая мама. Какой милашка. Кто смеет мне мешать? Хотите драки? Не может быть. Вы видели Кэтнапа? Нет, мы его не видели. Где мой брат? О, мой кот. Спросим ту женщину, мам. Нет, дела плохи. Подозрительно. Будем следить за ней. Да. Если она как-то с этим связана. О, что же мне делать? Это очень плохо. Посмотрим, что она скажет по поводу моего Кэтнапа. О, боже, я в опасности. Не бойся, мисс, ты справишься. Пора узнать. Здравствуйте. Чудесная погода. Прошу прощения, вы не видели моего ребенка? О, простите, я не видела. Это очень-очень странно. О, мой кот, она похитила его. Это ложь, детские штучки. Что такое, мам? Я тут просто вздремнул. Ничего такого. Иди обратно внутрь, сынок. Сынок? А ну верни его. Ты чудовище. Я не чудовище. Я теперь его мама. Его мама? Ты спятила. Да. Спятила от любви к сыну. Это не твой сын. Ты уверена? Что? Получай. Не может быть. Ой, ты сильнее, чем я думала. Достаточно сильна, чтобы вернуть сына в семью. Нет, вы не тронете мою маму. Кэтнап? Нет, я твоя мама. Мы искали тебя все это время. О, Кэт, мама. Гнусная ложь. Она тебя не любит. Вот именно. Верь мне. Ты врешь, ты бросила меня, когда я нуждался в тебе больше всего. Как ты могла забыть про меня? Я не забывала про... Это нехорошо. Кэтнап, мой сын. Ты мой. Спасибо, что спас меня, сынок. Это меньшее, что я мог для тебя сделать. Стоп, сестра? Прекрати это безумие немедленно, брат! Мы искали тебя! Что? Вы правда? Это ложь! Они не искали тебя! Не доверяй им! Не слушай ее! Иди сюда, милая! Мы всегда будем любить тебя! Ложь! О, мой кот! Мама! Пора умирать! Кто-то идиот! Они правы! Они спрашивали про тебя! Она злодейка! Что? Они говорят правду? Ну, да! Зачем ты это сделала? Врунья, за что? Я не могу иметь сына. Я убью их, чтобы стать твоей мамой. Стой! Нет! О, мой кот! Теперь я
буду его семьей. Не дайте им умирать. Нет, прошу. Секунду. Ты никогда не будешь моей семьей, чудовище. Что ты делаешь? Мне больно. И твоя мама. Я просто хотела быть любимой. Похищение тебе не поможет. Меня ждет моя реальная семья. Сестра, мама, я люблю мы вас. Мы тебя тоже, Кэтнап. Чудная погодка. О, мой кот, добычи жирнулись, скорее. Спасай детей. Они пришли раньше, чем я думал. Время шоу. Смотри, мам, без рук. Надо его успокоить. Поймайте, если сможете. Вау, кот быстрый. Дорогой. Берегись. Что нам делать? Не хочу готовить, но... Секунду. Игровая? О, мой кот! Какой кошмар! Мама, папа, брат, открывайте! Вау! Надо спасти их, пока не стало... Папа! Кэтнап, спасайся! Мама, папа, что происходит? Твой брат поджег это место! Лови его! Вас застал ловкий преступник, да? А? Привет, брат! Ты заплатишь за все, что ты наделал! Застань меня! Алло, полиция! Что тут происходит? Кто украл деньги и уничтожил тот дом? Время шоу! Это было... Это неправда! Я ничего не сделал! Вы чешернулись! Вы должны мне верить! Не переживай, я не виновен! Спасибо! Он ответственен за это. Вы совершаете ошибку. Отпустите. Не мешайся, а то больно будет. Но, понятно, так нечестно. Это он злодей. Как же мне быть? Не плачь. Жизнь продолжается, приятель. Мы больше никогда не увидим свет. Из этого места нельзя сбежать. Ты чешернулся. Я не могу с этим смириться. Нет. Должен быть способ. Выпустите меня. Это невозможно. Помогите. Как ты тут живешь, друг? Живу одним днем. Нет, я так голоден. Кто хочет ужин? Так рано? Что это? О, мой кот, мерзость! Как я должен это есть? Только один кусочек, посмотрим. Ах, на вкус ужас. Привыкай. Добро пожаловать в тюрьму. Я ничего не делал, это мой брат-злодей. Конечно. Это все мой брат. Ты совсем как я. Я серьезно, я не преступник. Я не заслужил. Что? Ты гений. Ты нашел выход. Мы снова будем свободны. О, нет. Что вы там скрываете? Ничего, мы просто валяли дурака. Дурака, да? Что-то вам не особо весело. Это потому, что мы просто устали. Нам конец. Нам точно крышка. Вы сейчас очень подозрительные. Что, если я узнаю, что вам не нравятся мои газы? Просто прикалываюсь. Какая мерзость. Нельзя терять время. Пойдем, приятель. Нам надо работать в команде. Да, сэр. Так, все чисто. Держи ухо востро, котенок. Да, мы справились. Давай не звука. А? Тише. Что? Вы прячетесь от меня? Никому не спрятаться от меня. А ну покажитесь. Это конец, нас снова закроют. Я не позволю вам сбежать из моей тюрьмы. Вы под арестом. Какого черта? Как странно. Клянусь, я тут кого-то слышал. Ладно, вернусь к работе. Что? О, нет! Помогите, это не учебная тревога. Сюда! Не может быть! Надо бежать! Они догоняют! Посмотрим, что мы еще можем туда! Вентиляция! Нельзя терять времени! Чёрт! Какой сильный! Скорее, пока не поздно! Будь начеку! У меня такое в первый раз! Мне от этого легче не стало, друг. Не переживай, мы справимся. Просто будь осторожнее. Ладно. Стой! Что? Стой там! О, нет! Видимо, видите! Я иду! Сюда! Не святые макароны! Ты в порядке? Просто царапина. Все в порядке. Эй, смотри! О, да! Мы нашли его! Не может быть! Я наконец-то! Я уже чувствую свободу! Да! Ай! Что происходит? О, нет! Нам крышка! Наконец-то поймал вас! Нет! Мы не заслужили тюрьму! Идеально на ужин! О, вау! Я так голоден, молодые люди! Давайте со мной! Не может быть! Помогите! Ай! Стоп! Что вы планируете с нами делать? Мое любимое! Дайте-ка выбрать! Идеально! Скорее, пока нас не приготовили! Боюсь, уже поздно думать о побеге! Нет, прошу, пощадите! Никогда не думал, что умру вот так! Приготовьтесь встретиться с Создателем! Неужели все так и закончится? Именно так! Умрите! У меня для вас предложение! Нет! Прости, брат! А что пронесло? Фу. Предложение? Что у тебя на уме? Кое-что интересное. Послушайте, сначала это, а потом... Да, сделаем это! Боже, я заслужил! Разве нет, девочки? Отвратительный!
смысле, правильно говоришь! Ну, малыш, теперь вся власть у меня, черт, да! Секунду. Это то, о чем я думаю? Пора заплатить за то, что ты со мной сделал. Ты сбежал? Заткнись! Не может быть, пощади! Секунду, знаю, я могу купить тебя! Нужны твои деньги, мне нужна справедливость! Йоу, остынь, давай поговорим! Победит камень преткновения! Вот сволочь, ты сильнее, чем я! Ты неудачник! Это выходит из-под контроля! О, обожаю группу Rolling Stones! Нет, почему ты такой злой? Поплачь, мне плевать. Я убил их всех и повесил на тебя, чтобы украсть все их деньги. Хватит с меня. Я серьезно. Почему ты смеешься? Тем не менее, пора умирать. Что такое? Я все слышал. Ты под арестом. Правда, я сильнее его, но не такой умный. Ненавижу тебя, Кэтнап. Спасибо, Кэтнап. Мне дадут повышение за его поимку. Увидимся. Молодец, приятель. Эй, стой. О, игрок. Что? Это ему понравится! Круто! Вот ты и попался, Шарп! Ну супер! Психичка хочет меня убить! Стоять, бобщик! Спасите! Нет! Победил! Мамочка! Заткнись! Тебе понравится! Шея, больно! Пусти! Фу, тупой и жесткий! Что? Еще! Хочу другую работу! Баба, это чудовище! Убей! Наверное, новенькая. Тут тела. Кто такая баба? Ням-ням-ням. Кто ты? Я баба. Ты крейзи. Я помогу. Черт, умер. Она его сожрала. Спасибо, капитан очевидность. Пока, народ. Дружище. Наша новенькая, это ужас. Держись. Я вижу свет. Какая гадость. Не уходи. Найди ее, прошу. Я верю в тебя. Догда, нет, нет! Будь ты проклята, баба! Догда, я за вас отомщу, я убью ее! Они ничего не понимают! Ну, покажись, мерзавка! Она точно где-то тут. Ага. Так, посмотрим. Это овечка? Это баба! Ой, то есть, это ты! Я прохожу терапию, клянусь! Убийца! Ты за все ответишь! Друг, прошу, пойми! Не бей меня! Нет! Ну где ты, трусиха? А, гадина! Господи, что это? Это же кладбище! Игрок, беги! Кравчик, милая, очнись, прошу! Игрок, у тебя еще вся жизнь впереди! Ужас, кошмар! Кто-то должен их похоронить, друзья! Это все твоя вина, ненавижу! Я свяжу из тебя свитерок! Лучше мне убраться, пока он меня не нашел! Отпусти! Чего разблеялась, овца? Нет, прошу! Нет тебе пощады, психопатка! Убью! Я все тебе объясню! Нет, отстань от меня! Не смей убегать! Черт тебя дери! Мне больно! Надо бы на диету! Последствия! Куда побежала? Как же ты меня задолбала? Почему? Я же черненькая и пушистая! Пронесло! Вали в другую франшизу, бесишь! Исчезла. От меня не уйдешь. Я найду тебя, баба! Где бы ты ни пряталась, твой час настанет! Он не шутит. Если бы он знал, через что я прошла... Можно было догадаться! Ой, больно! Похоже, мне конец! Последние слова, мерзость! Не убивай! Выслушай, умоляю! Шлак, Элиот шлак, был расстроен мусор. Качеством игрушек. Даже на переработку не сдашь. Все испорченные игрушки он сбрасывал в яму, ко мне. Опять упали. Ребят, проснитесь, вы живы? Фу, гадость! Кто здесь? А? Есть кто живой? Что? Баба, помоги! Кончи мои страдания! У нее нет ног! Гадость! Ты что-то сказала? Понравился ужин? Не хватает только приправы, вот! Вот гад! У меня есть достоинство! Но я так голодна! Надо бежать, баба! У меня не было выбора! О нет, что ты делаешь? Я... еда! Нет, нет, надо сопротивляться! Но... еда! Кошмар какой! Тогда, значит... Эти игрушки и так были обречены на смерть. Именно! Они бы не выжили! Мне так жаль! Прости, я не знал. Я чудовище! Меня еще никто не обнимал. Теперь ты не одна, подруга. Спасибо, спасибо!
Вот и смерть, Плохастик. Ой, угар. А, ты кто? Меня зовут Баба Чопси. Не трогай меня, я хороший, а ты? Самая прекрасная девушка, что я видел. Ты темнейшая ночь, а твои глаза, как две гигантские звезды, освещающие мой путь. Неужели Купидон пронзил мое сердце? Безумие, не любовь. Слюни побери. Ты словно ангел, шмякнувшаяся с небес. Очнись. Слушай, Лапуля, а ты тут новенькая? Нет, я просто редко тут бываю. Рад, что сегодня ты пришла. Я правда... Да, только дистанция. У меня дела. Думаешь, от меня так легко избавиться? Я не сдамся. Что-то мне здесь не нравится. Кто здесь? Я твой худший кошмар. Нет, мне не снятся кошмары. И я тебя не боюсь. А ты уверена, Крафти? Ты ведь знаешь, врать нехорошо. Умоляю, не трогай меня. Спокойно, скоро все закончится. Оба, помоги. Тут вроде убийца. Скорее сюда. А ну, стоять, трусишки. Откуда она взялась? Она порвется. Я не хочу умирать. Чертова дверь. Привет, Лапуль, проблемы? О, мне просто надо войти. О, у меня как раз есть чем. О, Догдей, ты просто чудо. Проще простого, милаш. О, ну ты меня спас. Нет, пустяки, да, да. Спасибо. Без проблем. Пока, Догдей. Лучший день в моей жизни. Помогите, Догдей. Пустяки. А я и говорю, мусор это твои. Бедные болтушечки, это ваш последний смех. Вот ты где, я так хотел тебя увидеть. Вот, я тебе подарок принес. Идеально. Я сам его приготовил. Из муки, молока. Привет, подружки, у меня для вас подарок. Приятного. Она такая добрая, кусочек можно. Погоди, с ним что-то не то. Получили. Ты попробовала торт? Ну, конечно, вкуснотища, но я пойду, пока. Он ей понравился. Пока, любимая. А чего все притихли? О, нет! Буба, Крафти, друзья! Кто это с вами сделал? Какой злодей способен на такое? Нет, Хоппи, Пигги, вы тоже! Нет, девочки, откликнитесь, прошу, за что? Бобби, нет! Сейчас я тебя так отсинтепоню, Мишутка! Мы даже не знакомы, зачем ты это делаешь? Это весело, попробуй как-нибудь, только ты не сможешь! Крафти, на помощь! Бобби, держись, я иду! Скорее! Никто тебе не поможет, Мишутка, поздно! Пощади, я не удержусь, я упаду! Пощади, это слово мне не знакомо. Падай, давай! Все хорошо, я поймаю! О нет, черт, Бобби! О нет, подруга, ты жива? Ты меня слышишь? Нет, я за тебя отомщу! Попробуй, но закончишь так же, как они! Еще увидим! А теперь потухни, пастушье недоразумение! Эй, ты чего сюда? Отрыжек напускал? Как тебе? Получи! Куда она делась? Я потерял целую овцу! Я предупреждала! Я непобедима! Баба Чопс, а я тебя уже обыскался. Слушай, я тут подумал о нас и решил, что хочу провести с тобой остаток своих дней. Остаток дней? Ох, ну, конечно, я согласна! О, Догдей, я так счастлива! Никогда не думала, что скажу это, но я... Ой, ну блин, нет! Рановато они завяли, тебе не кажется? Кто там? Нет, только не смотри! Друзья, что ты сделала? Ты монстр! Нет, как ты можешь так говорить? Я люблю тебя, Догдей! Я хочу быть с тобой! Отвали от меня! Я тебя больше не люблю! Я влюбился в Лос! Но ты любовь моей жизни! Я никогда тебе не брала! Баба, я люблю! Отойди! Нет, Догдей, что же я наделала? Я чудовище! Убила любимого! За что? Я не хотела! Вот ты где. Кто здесь? Не надо было ужастики на ночь смотреть. Ага, кто тут есть? Ох, бедные игрушки. Хватит прятаться, я знаю, ты тут. Привет. Слендермен здесь. Такой противный. О, боже. О, фонарик Рейби. Уф, поймала. А монстр, куда он делся? Исчез? Уф, наверное, показалось. Что такое? Дорогуша. Нет, длинные ноги Слендермена. Привет, дочуля. Я его дочка? Ужас какой! Не знаю, кто он такой, но я тебя... Нет, прошу! Девочка моя, я тебя нашел и больше не отпущу! Ты меня не узнаешь? Ты, хватит меня трясти! Я ее убил! Почти! Пойдем домой! Нет, отпусти меня, кретин! Прям баба-яга! Укусила! Ай, шлепнулась! Проваливай отсюда, каланча! Детка моя, я пытался! А? Бедная баба! Вечно ко мне всякие психи пристают. Привет, баба.
Уф, малыш, у тебя тушь потекла. Глупыш, малыш. Ой, мышь, у тебя блохи. Слушай, твой папа. Пофиг. Нет, стой, баба, послушай. Назвал меня дочерью. Жестоко. Ай, пусти меня, крыса крылатая. Тихо. Ой. Он твой папа. Ложь. Ну, послушай. Я тебе расскажу. Я видела, как твой папа говорил с папой Кэтнепа. Сделай что-то со своей дочерью. Смотри, что она сделала с моим сыном. Господи. Котенок, проснись! Не проснется он, кретин! Теперь он овощем лежит в коробке! Из-за тебя твой отец сильно получил по морде! Больно. Держитесь от нас подальше! Тяжело быть отцом! Баба! Баба, где ты? Нет, отойди, бешеная! Но ты была абсолютно неуправляема! Хватит ржать! Малыш, ненормально! Я там все! Детка, ты в порядке? Брат, я могу объяснить! Задница моя объяснять будет! Прошу. Пора! Папа, мне плохо! Детка, считай ты труп, понял? Стой! У нее расстройство внимания! За что? Мерзавка! Я оплачу похороны! Крови мне! Мне жаль, милая! Жаль! Нет, ради папа, твоей защиты твой меня. Отец хотел запереть тебя! Я должен! Нет! Надо бежать! Детка, я стой. Хотела помочь, но нет. Как? К тому же, это не мое дело было. Посмотрим, ничего интересного. Ребята, бабу скоро тут запрут. Ребята? Рэби? О, нет. Здорово. Но толку от нее было мало. Ты слишком дорого мне обходишься, так что вот. Третик. С этими отщепенцами не бросай меня. Мне правда жаль, я не знаю, что еще делать. Ну, разве что на органы. Не-не-не-не, прости, малышка. Бабочка, нет. Веди ты себя иначе, все было бы по-другому. Да, давай поиграем, овечка, мы тебя приветствуем. Эти чудики хотят дружить, но не... О, папа, открой, умоляю, я не хочу быть тут. Прости, есть хочу. Надо было сказать раньше, но теперь это не важно. Теперь ты знаешь. Заткнись, он меня не любил. В чем дело? Вот тебе, получи, ну-ка, нравится. Я клянусь, батя, прошу, умереть. Так что ты сделаешь? Я спасу тебя. Детка, не высовывайся. О, нет. Закругляемся. Легко. Что? Ты что такое? Я ужасная дочь Слендермена. Вам конец. Нет, все, мы уходим, не бей. Трусы. Да, папа, ты живой? Прости, я плохая дочь. Плохая? Это все из-за меня. Все хорошо, детка. Да, люблю тебя. А я тебя, доченька моя. Теперь это и твой дом, баба. Святые овцы, правда? Я всегда хотела жить в таком красивом месте. Спасибо, милый. Отлично. Чего? Что это? Странно. Пойду проверю на всякий. Привет, тут кто-то есть? Я же слышала. Покажись. Ты пугаешь меня? Готовься к смерти, Кира! Никогда не теряй бдительность рядом со мной. Мое время пришло. Это конец, мама. Нет, за что, доченька? Амора. О чем это ты? Это не моя кровь? Игрушечный нож и краска. Ой-ой, чувствую угрозу. У вас большие проблемы, леди. Представляешь, как страшно увидеть девочку с ножом? Тише, милый, она пошутила. Наш юный комик. Расслабься. Не потакай ей. Лучше иди готовь. Как пожелаешь, грубо. Надеюсь, мой переезд не был ошибкой. Мама, о, привет, солнце. Может, добавим еще ингредиенты? Будет здорово. Отличная идея. Ага. Кладем курицу. Класс. Да. Минутку. Придумала. Раз мы добавили курицу, может, положим еще разных штук? Малышка, разве так надо? Выглядит небезопасно. Что еще? Ах да, я сохранила это на особый случай. Малышка, стой! А что ты делаешь? Мой суп! Зелье неподходящий ингредиент. Но, мам, я хочу попробовать! Пожалуйста! О, прелесть! Сделать исключение? Ладно, выливай в суп. Ты лучшая! Ого, что-то не так! Я просто хотела веселья! Ой-ой-ой, это лучше убрать! Мама, мне страшно! Я должна была предвидеть это! Боже! Я не хочу умереть! Мамочка! Нет! Малышка, держись, милая! Это правда мой конец! Ну же, быстрее! Да, я сделала этот суп! Ты не пострадаешь! Мне страшно умирать! Мама! Получилось! Снова проблемы! Мама, баба! Моя героиня!
Спасибо, что спасла. Милая, я всегда рядом. Обед готов, попробуй блюдо дочки. Да, отвратительно. Спасибо. Кажется, выбора нет. О, нет. Рада, что нравится. Прости. Ты в порядке? Смешно вам? Убери гостиную, сейчас же. Я? Да, милая, уже иду. Может, переезд сюда все же был ошибкой. Но наша девочка – ангел, верно? О, нет! Мой шедевр готов! Мамуля! Это ты сделала? Я покажу тебе! Я не думала, что тебя это расстроит! Я долго была терпеливой с тобой! Прости! Прошу, мам! Не бей свою дочь! Что? Ты не убьешь меня? Неужели? Я тоже своего рода художник. Ого! Это классно! Ура! Здорово! Замри. Готово! Жуткая марионетка! И ты! Святые овцы! Летающая кукла атакует! Минуту! Гостиной еще хуже! Что ты мне скажешь? Прости, милый. Пронесло. На этот раз не поймает. Ой, нет! Будь нормальной! Мы просто веселились, я и... Дочка! Стоп! Дорогой! Почему все кружится? Мы накрутили? С меня хватит! Мы попали! Иди сюда! Мамочка! Ой! Убирайся! Не хочу тебя видеть! Мамуля! Не валяй дурака! В комнату! Где она? Мама, папа! Он был так груб, я даже не могла ответить! Вот и все! Стоп! Она уезжает! Я не дам этому случиться! Куда собралась? А ну обратно! Нет, я не хочу, папа! Ты сильнее меня! Но я не дам маме уйти! Выбирай, я с ней или я без тебя! Нож? Снова твои трюки, а? Ну, испачкай меня краской. Что? Ну же, мама, папа, скажи мне, что ты еще близко. Нет! Неужели я должна оставить их? Мою малышку? Не уезжай, я люблю тебя. О, милая. Мама, папа. Я рядом. Нет, только не сожжение. Уберите этот цвет. Не смейте никогда больше. Я Догдей, приятно. Это невзаимно! Да что не так? Ты и твое солнце! Ну, По, я хотел подружиться. Нечестно. Что? Догдей? Что такое? По ненавидит меня. Как и все. Забей. Рано или поздно подружитесь. Но... Да. Смотри, какая благодать. Минутку. О, мой кот! Бежим отсюда! Стой! Шторм? Это все По! Мой кулон активирует тучи, что закрывают солнце! Вы больше не увидите его свет! О, пес! Что нам теперь делать? Стой на месте! Почти все, Бобби! О, да! Смотри! Как красиво! Класс! Что? Туча? Не ожидала дождя! Нет! Нет! Ловлю! Уже лучше! Ура! Почти готовы к соревнованию! Ой-ой! Что с неба? Восстаньте, погасшие! Подъем! Пора подкрепиться! Готовьтесь к встрече с могучим Пики-Лики! Много хаоса и огня – это по мне! Саймон Смоук здесь! Я знаю твою тайну, Саймон! Не бойся, своих не палю! Алистер тоже сразится! Как вздремнет! Кошмарные звери! Эй, По! Верни солнце раз и навсегда! Нет! Думаешь, я шутки шучу? Неважно, я схороню его за облаками. Не выйдет. Схоронит тебя, По! Кэтнеп, стой! Верни солнце! Что если нет? Успокойся, Кэтнеп. Я позабочусь об этом. Поверь. Все в порядке. Я закончила свой портрет. Нет, мой рисунок! Зачем так жестоко со мной? Отдай! Папочка! Стой! Зачем вы это делаете? Это и есть наш конец! По должен быть где-то тут. Вот он! По! А? Чего тебе? Солнце не так ужасно! Кэтнеп, Догдей, где вы, ребята? Мне страшно! Ой-ой, Пики-Лики! Я не хочу проблем! Они все равно будут! Просто бежим! Нет, поздно! Ты мой! Если только я не надаю тебе! Что? Ребят, на помощь! Прошу, верни его обратно! Мечтай, глупый пес! Как бесит! Может, поговорим, Саймон?
Это неинтересно. Умри! Не трожь моих друзей! Чё? И как мне выиграть? Ты не должна этого делать! Смеёшься? Мне это нравится! Я просто сильно люблю на что я убиваю! Почему не любишь солнце? За что? Не слышу, собачонка! Ладно. Так достаточно громко! Как шумно! Что? Смотри, что ты сделал с плеером! Ладно, давай объясню. Солнце не вернется! Нет, помогите! Вот, слышал! Что? Кулон светится! Эй, это не так плохо. Ты многого не знаешь о нем. Тебе конец! О, мой дракон! Солнечный огонь? Солнце наш лучший друг! Красиво! Оказывается, даже неплохо! Я так не играю! Дай мне руку! Что? Хорошая? Почему? Солнце! Готово! Спасибо! Огонь! Укусил и все! Жесть! Мне едят! Я больше не увижу облаков! Может, послушаешь меня? Дай подумать. Ага! Держи мой кулон! Догдай! Как мило! Знаешь что, мы не такие уж и разные. Оба хороши. Мы отличная команда.